сидите рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить анабиоз. Это вторая серия, по-моему. Хотя, что, по-моему, это точно вторая серия. Так, и что? В прошлый раз мы запустили движок. Возможно, мы теперь сможем сдвинуть этого паренька замерзшего. Но нет, навряд ли. Ладно, выходим отсюда. Посмотрим, что да как. Тихо. Это ну, что? Что там? Банки расставил. Пока все тихо. Садись, грейся, пока догорает. Я еще пару ящиков притащил. Пусть сохнут. Обалдеть. Так вот, кто ящики расставил. Банки, вернее. Так, погреем. Нажать удержать, понятно. А я все время быстро нажимаю. Да, это похоже тепло, его нужно, видимо, поддерживать, иначе замерзнешь. Так, тихо! Блядь. Да что делать? Какого хера? Что это было? Я могу назад? Я хочу назад. Я тут уж обрадовался. О, блядь. Ну нахер. Нахер ты, нахер, ну. Чё ты так медленно ходишь? Блядь. Еб. Ты чё тут? Ты тут, да? Обалдеть, вот я пересрался. Фу, я чё совсем не ожидал. Это ж ты, скотина, за мной гонялся. Фу, мне надо согреться. Да, блин, это стрёмно было. Не буду отрицать. Чё, откроешься, нет? О! Хуё! Хуё! Прикольно, коряво, но прикольно. Именно своей корявости прикольно, скорее всего. Так, ну ладно. Руки уже начинают покрываться инеем. Хуё! 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 Давай, давай. Ну давай, ёлки-палки, ну чё ты... Всё, наконец-то. Так, ну что? Тут у нас спуск вниз. Закройся дверь. А, это у нас блок, да, правых кнопок мыши? Сдается мне, сейчас мы будем кому-то стучать. Вот ему, допустим. Что тут произошло вообще, я не пойму. О, блядь! Да, драки довольно корявые, но, блин, пугают до усрачки. Идея, конечно, с этими флешбэками сделана просто на отлично, но... Вот именно... Давай нажимай. Но вот именно эти сами моменты, конечно, блин, реализованы кривовато. Но, тем не менее, игра что-то меня уже два раза охрененно напугала. И это все во второй серии, в одной всего. Так, я что, греюсь, что ли? Я не понял. Лампочка. Давайте лампочки погреем руки. Блять. Что ж ты пугаешь-то, а? Давайте еще погреем. Или ты все уже? А, ну ладно. Все так все. Ага, сейчас ты на меня кинешься, да? Тихо. Осторожно. Ага. Я так и знал.
Да, но по дракам от первого лица, конечно, это отнюдь не кондемнит. Чё ты, морячок? Ты чё? Ты чё, слышишь? Ну ладно, вроде как прикольно. Блин, они меня бьют, и у меня, похоже, убавляется именно тепло. Мне нужно греться. Так, ладно, видимо, это я не сдвину никак. Хорошо, так. Что мне тут делать? Ничего, что ли? А, вот еще дверка. Ну, видимо, нет. Ладно. Возможно, тут я смогу подняться. Тоже нет. Видимо, пора возвращаться назад. Угу. Назад не получится. Это все печально. Так, что же делать? Это что такое? Кусок льда? Блин, ну что мне, как вас разбивать-то вообще? По-моему, вообще с ними ничего не происходит. Я только зря кулаки разбиваю в них. С тебя можешь что подобрать? Что такое, блин, а? Тут у нас лед. Лед, естественно, кулаками не разбить. Блин, что, я застрял, что ли, я не пойму. Уже успел. Да, эта херня не сдвигается. Фу, так. Надо осмотреться. Дверь. Дверь не открывается. Смотрим по часовой стрелке на все. Тут у нас ничего. На эти штуки я запрыгнуть не могу и по ним подняться. Тут у нас... Это что такое? Это все лед. Вот эти доски вот. Это что? Карта, что ли, какая-то? Видимо, нет. Ладно. Вот эти доски почему-то не разбиваются. Но, сдается мне, я туда и не залезу, потому что там у нас затапливало, и там кругом лед вот такой. Так что смысл туда... А, вот, блин, что я туплю-то? Во-первых, погреемся. А то я уже задубел тут. Хорошо. И теперь поднимаемся сюда. Интересно, мне какой-нибудь огнестрел дадут, потому что кулаками драться, честно скажу, неинтересно совершенно. Ой, ой, блядь, да... Ты кто вообще такой? Получил тыкву. Хорошо. Так, это что такое? А, ты какой-то, блин, гуттаперчивый мальчик, а? Ну ладно. Будем считать, что все в порядке. И то, что у него нога в обратную сторону гнулась, это... Дело просто в том, что он монстр. А монстром можно. Хорошо, ладно. Куда-то мы, тем не менее, продвигаемся. Сдается мне, это машинное отделение скоро закончится. Вода набирается, мне кажется. Да, вода набирается. Так, мне, похоже, надо поспешить. Ой. Ой. Так, я интересно. Так, меня отвлекли маленько. Продолжаем. Хорошо, что здесь подогреваться надо. Это источник тепла. Да, давайте погреемся. Давай, давай. Хорошо. Двигаем дальше. Все заледенело. Чуть большая какая-то арена, похоже. Тут, похоже, драться с кем-то надо будет. Ну, я же говорил. Но в того. Ну, еще. Не, по-своему прикольные драки. Жаль, конечно, что они так плохо реагируют на удары, но тем не менее, ладно.
так коряво упал. Ну ладно. Пойдет. Открывай. Какое-то жутковатое место. Ой. В позе зародыша. Не успел прочитать, сразу нажал. Опять кислотные спецэффекты. Быстро! Двери наверх! Здесь сейчас прорвет! В дверь. И наверх. Наверх! Все покинут первый и второй отсеки. Угроза затопления. Что тут случилось? Бежи! О! Так вот, что с тобой стало. Вам не удалось изменить действие этого человека таким образом, чтобы он выжил. А, я менять могу? Ну, давайте еще раз попробуем. Блин, прикольно. Вот это круто сделано. Мне это очень нравится пока что, по крайней мере. Быстро! Двери наверх! Да-да-да, я знаю. Так, лезем наверх. Давай-давай. Бежим! Бежим. Давай. Ой, блин, чуть второй раз не упал. Так, сюда давай, по-быстрому. Давай. Блин, все перекорожено. Давай. Че, я спасся? Ага. Хорошо. Удачи, вы спасли погибшего человека, а значит, сами стали чуточку лучше. Я рад. Так, я сейчас замерзну, похоже. Что-то у меня, блин, вообще мало. Ой. А, это я? Бородатый какой. Опять флешбэк. Игра полна флешбеков, и в этом, в принципе, похоже, кроется ее главная фишка, и это круто. Пока что цепляет, надо сказать. Очень необычно все. Капитан, глаза показывают скопление льда по проложенному курсу. Глаза? Это ваш новый ясновидящий прибор? Ясновидение оставим шаманам. А это точная научная аппаратура. Ошибки исключены. А знаешь, почему лозой назвали? Да, читал когда-то. Раньше с помощью лозы, кажется, воду искали. Правда, тогда и лес на корабли рубили, и вдаль под парусом ходили. В общем, времена больших открытий. Все приходит со временем. Чтобы управлять кораблем, нужно, чтобы он уважал тебя. Слушать, понимать его, разговаривать с ним. Год за годом быть с ним наедине. Тогда становишься не просто капитаном, а частью чего-то большего. Как-то сложно все у вас. А по-моему, достаточно покрепче взять штурвал в руки. Вот дали бы. Попробую. Быстрый ты. Ножка ли так не терпится. Пробуй пока на этом. Хорошо, только я сейчас замерзну. Так, быстро ищем новый источник тепла. Вот у нас дверь, я вижу. Эй, дверь. Блин, долбаная дверь. Что мне делать? Лампочек никаких нету. Дверь. Нет, мне кажется... Ну чё ты, ёлки-палки. А, тут которые нужно, только поворачиваются, похоже. Чё за дверь такая вообще ядерная? И чё?
Да сколько тут запоров. О, ты меня только не... ну ладно. Полезли. Так, где это мы оказались? Ну ладно, разберемся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.